Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Volkswagen Jetta. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Так выглядит шумоизоляция на полу в багажнике. Видите, квадратиком проклеена. На задних арках по небольшому квадрату. Это самое шумное место в автомобиле. Крылья задние также по квадрату есть. Крышка багажника сплошной голый металл. Задние двери кусок вибра. Крыша голый металл. Передние двери такой вот кусок вибра. На полу в салоне тоже кое-где шумоизоляция присутствует. Но по мнению владельца, все равно она очень слабая, поэтому приступаем исправлять.